Thank you.
Клево играется. Я тут перед концертом увидела журналиста, они спрашивают. Хорошо, что вы задали вопрос, какой был вчера в Питере. А вы его вот туда вообще зачем? Здесь все было нормально и корректно, все хорошо. Просто спросили его в первый раз. Знаешь, первый, как же, значит? 31. Для меня, в общем, вы знаете, счастливый концерт. Во-первых, действительно, нам как-то пришла в голову хорошая мысль совместить акустику и электричество. Спасибо. Потому что спасибо большое. Не так часто мы встречаемся, что, к сожалению, хотя все два часа я отдали. Я всегда было больше. Я привезла с собой своих детей, хочу спеть эту любимую песню, то ли вот тут Аленочку. Алло, Аля, I'm not afraid of the dark.
шагам навстречу. Вместо свободы, без пассажира, без жилона, раскрываясь. Yeah.
мы тут были в Уфе недавно, и с легкой руки уфимских друзей-журналистов, когда, знаете, такая вот очень мощная троевая песня «Пароходы» превратилась в игривую, весеннюю, практически лирическую, запоенную, еще непонятно какую песню. Вот сейчас мы ее еще раз сыграем, с тех пор просто не играли, потому что как-то там было все по-другому, я не знаю, но... Thank you.
что-то пока шлю. Рюмочка, что ли? Не то, чтобы я устроилась, но вот представляете, лет через 60. Запомнил, становится чёрт, наверное, все бывает. Все сыги, а я прикалываюсь, я забыла, что говорю, я сейчас закончусь. Любила, потайная, ну такие у меня, так, знаете, пули. О, я с тобой бы
Люблю. Моя. Я все разлюбила.